Всем добрый вечер. Я решил сегодня взять паузу от бесконечных попыток спасти Землю. Все никак не получается. Нужно собраться, вспомнить, сделать выводы и так далее. И тут я вспомнил, что... Ну и сегодня пришел, соответственно, позднее, чем обычно. Ну, в 9 часов освободился. Поэтому решил, что в последние вот эти вот 2-3 часика, которые остались сегодня, можно замечательно провести... на миссии, на последней миссии 4-й кампании героев. Давайте-ка информацию в сценарии. Весь Аранорн охватила гражданская война. Да, привет, Беляк, Лафа, Алекс, Ой, или Ол. Я видел, что зарегался чуть до стрима. И армия Лорда Гарка одерживает одну победу за другой. Нам нужно Лорда Гарка уничтожить. Я только что бургер съел просто, извините. Я торопился, У Аранорна остался лишь один шанс разбить своего врага, поэтому совет старейших провозгласил Элвин, а мы играем за Элвина, новым эльфийским королем и попросил встать во главе их последних сил. Ныне, когда и отец Шейер на стороне Элвина, ему предстоит победить самого блестящего из всех эльфийских военачальников, чтобы вернуться в объятия любимой женщины. Так, любимая женщина есть, с объятиями прилагающимися. Я тут... Заходил, вроде как брал... подождите, меня же еще посылали куда-то. Вот здесь я взял перчатки, да, наверное? Так, Грамин — это генерал. Он выглядит, конечно, как щегол. Ну ладно. А вот наш Элвин, 29 уровень, сапоги, сокол, перчатки. Класс. Так, а куда мне идти вообще? Что делать? Я уже забыл, как героев играть. Будем замок захватывать? Да, пойдем захватывать замок. Ладно, давай сначала волков позорных попробуем убить. А что я умею вообще? Я могу вызывать волшебных драконов. Я могу вызывать... элементали же воды. Вот они, ё-моё. Так, усталость. Какой разрыв, вы посмотрите. Какой просто разрывище. Я уже забыл, какая имба лютая эти герои прокачаны. Так, и чё? И чё дальше? Давай сюда. Дома отстраиваемся потихонечку. Практика показала, что это, скорее всего, даже не нужно. Штурмую замок вообще закрытыми глазами. Кто там? Что там? Со мной давай дуэль. Просто стан. Здравствуйте. 3-4. Кто? А это плохо, конечно. Был неправ. Что-то много элементалей было. Давайте не будем акцентировать на этом внимание. Ну, проиграл. Никто не заметил потери бойца. Ну, элементалей недооценил, но бывает. Волк там все мечется, не знает, что ему делать. То выходит, то заходит, он выбегает, потом понимает, что страшно слишком. И все, и назад. Нет, все, сейчас решился. Прям 10 волков в атаку. Псы. За это и поплатились. Диво, как чудно. Нахваливали последние две кампании. Обещать не буду. Фениксов убьем. 4 феникса. Такие гордые птицы. Похоже на воробья, которого просто разрисовали в огонь. И все. Такой же щегол. Ладно, давай посмотрим, что ты умеешь. Я начну все равно с водных элементалей. Начну и закончу, кажется. Вон что творит. Видите? Просто. Без шансов. С вертушки убирают. Последнего. Самоцветы взяли. Армор хороший. Я же без артефактов совсем. Давайте посмотрим, что по заданию. Едва вы подошли к этому одинокому зданию, изнутри послышался замогильный голос. Брось 5000 золотых монет мне в окошко. Нифига себе, там окошко какое. И ты получишь артефакт великой силы, да? Очень хорошо. Ты молодец. Что дали? Все такие герои в строковом бою наделяются эффектом порезать крылья. А вот теперь драконов можно и попробовать убить. Офигеть, как же здесь все продумано. Вот так вот. Погнали. Раз. Слоу, порезать крылья. По 3 дракона убивает за выстрел. Давай-ка подставим человека, чтобы он... Как вот герой может 17 человек убить? Скажите мне. Разве это честно?
не долетел. Хорошо. Ну, что такое? Станчики пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, стрелы, конечно, дикие. И мы получаем, естественно, арморчик. Драконьи латы. На краю дороги сидел раненый воин. Все его тело было покрыто ожогами. Неожиданно он поднялся и протянул вам драконьи латы. Возьмите! Я сразил своего последнего дракона. С меня хватит. Слабака. Так, драконьи латы. Устойчивость к огню, 25 уровень защиты в стрелковом ближнем бою. Офигенный армор. И смотрим, что за земли. Опа! Волкозерье. Кто? Что? Тут палаточка. Тут какой-то расстроенный замок. Сделать. Давайте попробуем. Может, вообще предполагается, что мы тут вдвоем должны... Ну, я сначала попробую штампануть... Ух ты ж, ёжик. Вот тут жестко. Пережить бы выстрел еще один. И дальше уже лечиться потихонечку. Привет, слышали, что траппера бафнули? Да, я слышал, что какая-то там девочка-стример пришла, покидала коробки, сказал, что ей мало урона, и Мордор растаял. Я не знаю, как после нормальных, брутальных... Я говорил 100 раз, блин, что ты делаешь вообще. Он ничего, девочка пришла, Мордор сразу растаял. Надо жене рассказать, потому что, ну, это ненормальное просто поведение. Накидаем пески. Там же пески, ого-го. Посмотрите. Хотя что-то, наверное... Оп, оп. Оп, оп. Куда ты пошел, а? Скажи мне, куда ты пошел? Но, пасаран, алло. Серьезно, ты хочешь пройти? Какая имба, вы посмотрите. Он прошел почти полностью. Ну, явно эти упыри будут мне мешать. Будут заходить, будут там туда-сюда. Нападать, отвоевывать. Бесконечный процесс. Ух ты. А тут много народу. Этот выходить собрался. А ну-ка, мы сейчас тебе тут нальем маслица. Хорошо, что при этом у тебя еще ответка есть. Вообще класс. Ну что, выходим? Эй, а что так быстро-то? Не, вроде как он... Немножко подтормаживает. Чутко. Почти дошел. Почему арты сразу бесполезны? Я плохо помню компанию, но учитывая... Бывает. Ой, нам дали ап. Ну, можно рукопашку взять в кои-то веки. 27 уровень природы. Мать наша. Так, может, все-таки сделаем волшебный лес, там поменяем ресурсов немножечко. Там поменять-то кот наплакал ресов. Раз и все. И ты уже можешь драконов пилить. Ту-ду-дун. Я сейчас спокойно, может, замок занять наверху, гад. И еще один. А, на этот пошел атаковать. А что сам... Ага. Фарнивон 27 уровня. Охренеть. Я понял тебя, Фарнивон. Он ты какой, да? Чернокнижник. Опять на расизм про это самое провоцирует меня. Сейчас Фарнивон жахнет, я чувствую. Сейчас прилетит. Ну, что я могу сделать? Я могу вызвать лепреконов. Ну, как-то так. Ай. Так, возникает вопрос. Нужны ли мне эти замки вообще? Мороки с ними. Убивать, я думаю, что не нужны вообще.
Попробуем челлендж. Сейчас я сохранюсь. Забью просто на замке. Просто забью на замке. И буду проходить одним героем. Назовем этот сейв Иази Гейм 1. На всякий случай, потому что может быть не изи. Все, и проходим, как бы. Забиваем на строительство. Передаем привет драконам. Ладно, минус один дракон. Минус второй. С ним. Посмотрим, куда придет нас телепорт. Это снова ты. Дофига выходов, входов. Щит из львиного мужества и клинок какой-то. Пылающий меч, артефакт, усиливающий атаку защиты героя в рукопашном на 3 единицы. Огненной стихии. 30 птиц. Я готов сразиться с 30 птицами. Ради такого я готов. Все, забиваем на этот. Блин, пылающий меч. Вау. Они сами напали. Ладно, останавливаем птиц. А может, и не остановим мы их? Так, но он же не летает, получается, да? То есть, в теории, пески на тебя все еще действуют. Ну, получается так, да. Хитер. Путает следы, петух. Ага. Пройти можно только здесь. Так что давай-ка, соберись. А что такое? А что случилось? После сокола я привык к тому, что птицы посообразительнее, конечно. О, пополз. Ай-тай-тай-тай. У меня даже эти закончились уже. Ну-ка, в лицо тебе. Изи просто. Сейчас мы еще меч найдем. Пью-пью. Щит наденем. И классное место, смотрите. Взяли артефакты, которые, типа, пылают. Фениксов разместили. Дома погоревшие все. То есть эти птицы явно тут нашкодили. Добродушный старик пригласил вас разделить с ним его скромную трапезу. Вы не смогли отказаться от такого вежливого приглашения и подсели к костру отведать его похлебки. «Будь бобр, потуши огонь, когда будешь уходить», — попросил он, попросил уже засыпающий старик. «Но то, что вы сочли огнем, оказалось пылающим мечом, обложенным поленьями. Вы обернулись к старику и увидели, что он умер во сне. И тут вы поняли, что именно хотел сказать старик или старик. Теперь этот меч ваш, пылающий меч. Я взял уже меч, артефакт, атаку защиты. На 3 это фигня. В дополнение 30 единиц стихи плюс 3 урона за каждый уровень. То есть у меня сейчас урон плюс 120 в рукопашке. Для сравнения, базовый урон сейчас какой? 60-90. Правильно, геть. Сокола вместо щита... Сколько? А нет, фигню дает. Это к армии же в процентах, а так просто троечка. Ладно, идем дальше. Так, куда еще можно зайти? Вот здесь я не был. Что это такое? Куда меня... Так, здесь могут быть... Да. Здрасте. Еще бы мне рукопашку прокачать до 5 уровня. Но для этого нужно получить 4 уровня. Думаю, что не справлюсь с такой задачей. Давайте еще чудиков попробуем забрать. Урон заметно возрос, но замедления мне не хватает. Так что извините, я верну как было. Видите, как без замедления хреново. Я сейчас от него даже не отгорожусь. Он, находясь в песках, уже на меня атаковал. Не, надо вернуть арбалет. Замедление добавляет как раз тот самый нужный контроль. В обмен на еду, удрученный своим невезением бард, поведал вам историю о прекрасной женщине, которую обманом заставили выйти замуж за злого колдуна. Он забрал себе все ее состояние и заточил жену в башне. В конце концов, женщина сделала себе зеркало и попыталась спастись. Когда колдун снова решил вернуть ее в замок, в башню, зеркало отразило его заклинание и заперло его самого. «А вот и это зеркало воздаяния, мой друг», — сказал бард, протягивая его вам. Зеркало у меня на шее теперь будет висеть. Окей, ладно.
О-о-о! 22 ангела охраняют армор, 20 единиц защиты в стрелковом ближнем, а также восстанавливают 20 единиц здоровья, реген. Плюс реген очень хороший. Реген от уровня скелец. Блин, я успел... Ну, короче, эти успели размножиться. Ну, кто так делает вообще? Архангелы нынче, конечно. Так, берем армор. Доспехи регенерации. Мало того, что они не уступают стрелковым ближним. Нет, они такие же. Почти такие же. Плюс регенерация. Круто. Все, наш герой благополучно возвращается. Так, мы пришли... Мы отсюда ли? Да, мы пришли отсюда. Были здесь. Сюда нам. Больше похоже на экшен. А-а-а, этот гад уже тут. Шестой день, четвертая неделя, первый месяц. Это, видимо, скриптовая тема. Титул эльфийского короля требовал некоторого времени, чтобы привыкнуть к нему. Но в остальном моя жизнь не слишком изменилась. В отличие от человеческих народов, мы, эльфы, не возносим своих королей так высоко, чтобы не уподоблялись богам. По сути, эльфийский король — это всего лишь защитник народа, его слуга. Хотя эльфы и признают необходимым единочалие в управлении народом. Мы также считаем, что каждый представитель этого народа должен иметь возможность высказаться. Ой, демократия пошла. Таким образом и возник эльфийский двор. Совет, видимо, они хотели сказать. Но пока со мной Соколиха Шаэры, ветерок, ношение короны вызывает одну головную боль. Сегодня утром, как раз когда я раздавал приказания войсковым командирам, ветерок сделала то, что делают все птицы, прямо мне на плечо. Подозреваю, что она специально выбрала этот момент для наибольшего унижения. Не понял. Мы с наскока просто, с наскока забираем. Хотя там товарищ-то плотный, 27 уровня. Так, ладно. Прохладно. Что важно? Чё-то он колдует. Опасно. Ну, чё тут, кто тут у нас? Чё-то я вообще не чувствую. Я не чувствую ничего. Он там разбафывается. Ну, давай, один урон. Кто со мной? Давай. Ты. Коней вызывает чудесных. Ты издеваешься? Это все, что ты можешь? Там заклинание было. Что это? Кто это был? Вот что это было? Кто-нибудь скажет? Какая-то там армия, какой-то рогатый проиграл. Я вообще хз. Зато у него есть артефакты. Возьму бутылки, а остальное даже брать не хочется, честное слово. Это... Кто это? Кто это? Отстроили хоть мне замок? Ну, спасибо, немножко отстроили. О, я могу попробовать отомстить богомолам. Я же стал круче. Но их тоже стало больше. Не, я по-прежнему не готов, кажись. А, я же сейчас регенюсь, как царь! У-у-у! Разбафываемся просто, давай. Ай, неловкий момент. Ничего не было, ничего не было. Ну, не успел разбафаться, ну, с кем не бывает. Давай, духовная и каменная броня. Точно не убьют. Ай, это кара, может, еще выживем, а? Ай, извините. Так, хорошо. Допустим. Не, я не хочу проходить мимо, вы чё? Это... Я возьму лучших воинов. Это 6 тигров. 6 тигров будут служить мне верой и правдой. Ровно один бой. Тигров 6. И это не случайно. Натравливаем фас. А сам потихонечку. Потихонечку разбафываюсь. В разные стороны разбегаюсь. Ай. Ай.
Да что так больно-то, не? Может, бутылка была какая? Не, ну что такое? Не, давайте тогда, раз они на тигров не купились, я попробую встать плотнее. Хотя встанешь плотнее, там же сплэш конский. Не, давай лучше сделаем следующим образом. Да, вперед. Да блин, я же должен как-то... Может быть, все-таки, может быть, что-то есть? Может, что-то есть у меня такое, что... Может быть... Сопротивление к магии... А давай заранее эликсиров бахнем, мы же можем. Как насчет проверки еще оберега природы? Выбранный отряд получает защиту от магии природы и параметр рукопашный при отражении на 50%. Кажется, имба. Кажется. Было 140 где-то урона, когда нас последний раз фениксы жарили. Осталось только пережить серию атак. Оп. Кажется, не переживаю. Блин. Но я хочу эту стрелу. Я не знаю, что она делает. Но убийца, понимаете, убийца. О, стоп. Тут алебарда хорошая. Хотя мечик, наверное, прокруче будет. Алебарда хороша тем, что кроме хороших статов, она же еще... Ты через клетку, типа, бьешь юнитов. А, подождите, алебарда черная... Она же из черного рыцаря выпадала, да, по умолчанию с... во втором Dark Souls'е. Когда первый раз рыцаря встречаешь, ты можешь выбить из него как раз алебарду эту классную, да? Что-то у меня какой-то флешбэк дикий. Там, где еще башня такая каменная. Алебарда стражника. Короче, поможет ли нам как-то эта алебарда? Увеличивает на 25, скорость на 2 единицы. Скорость на 2 единицы. Классная штука. Правда, она занимает 2 руки. Но увеличение урона... Давайте попробуем с ней. Ладно, давай, по крайней мере, этих попробуем остановить. Капец. Ну, меня фениксы прожарят сейчас. Но уже очень близко. Так, мы захватываем замок легко, непринужденно. Так, скоро караваны придут. Потому что цвет теряют. Но, тем не менее, приятно видеть новых пользователей. Так, захватили замок. Там же нереально проиграть, ты чё? Ой, 8 драконов. Хорош! А, это Лорд Гарк, это наш квестовый товарищ. Ой, ты господи, кто ты так? Кто с тобой этот ещё? Аделиада, а ты какая? Ёпарэсэте, серьёзно? Драконы волшебные со мной. Не трави драконов, слышь? Вообще тут много народу. О! Давай сразу, сила гиганта. Что массовый блэс пошел тащить. Дико тащит массовый блэс. А что так больно-то? И мораль у них у всех. Слышь? Да там у него несколько героев высокоуровневых. Рослые солдаты, стоящие здесь на страже, объяснили, что пропустят только Элвина и только после того, как Лорд Гарк будет разбит. Офигеть вы хитрецы. Ну а что я могу сделать-то? Что могу сделать? Чё мне по заклинаниям? Вот это вот блэс. Хреновый сразу. По статам я начинаю просаживаться и все. Так. Мне не хватит. Минус мораль. Просто.
как я зол, как я зол! Зэм. Может, переживу. Живи, тихо, стой! Нет! Ах ты тоже, мне сейчас бутылка и все! Ах ты, там такое начало было, я уже разбафался. Да мне даже общее пойдет. Регенерация еще есть! Попробуем. Только нужно все равно. Мне еще этот сейв, который. Подождите. У меня же сейв без здоровья. Погнали. Победил? Конечно. Считай, уже победил, считайте. Сегодня мы стали лагерем в заброшенной и выжженной деревне и поняли, что все, кто там жил, мертвы или давно бежали с этих мест. Я уже встречал подобные зрелища столько раз, что уж не знаю, оправится ли когда-нибудь Аранорн даже в случае моей победы. Немного-то у него шансов. За последние несколько недель я изучил доклады уцелевших воинов о победах Гарха, надеясь найти его слабость, и не мог. Напротив, в каждом сражении он извлекал огромное преимущество из слабости противника, а в двух отдельных случаях превратил очевидные поражения в блестящие победы. Гарх снискал славу выдающегося полководца. И очень жаль, что он обратил свой талант против Аранорна. Он мог бы сослужить огромную службу нашему народу. Он мог бы даже стать великим королем. При всем моем уважении к Грамину, тот тоже успел проиграть Гарку один бой. В той битве Гарк воспользовался преимуществом, которое давало костное военное мышление Грамина, предугадав каждый его шаг и нанеся ему чувствительные поражения. Что же касается меня, то я не стратег, как вы могли заметить, и строю свои войска в лучшем случае полюбительски. И в этом мой очевидный недостаток. Этим ли воспользуется Гарк, или у него на уме что-то еще? Эта мысль не позволяла мне уснуть. Как Гарк рассчитывает разгромить меня? Но, видите, мы немножко опережаем задумку авторов. Комментарии жалко, не могу разделить. Только сейв давай сделай прямо вот перед. Чувствую, не с первого раза ты его убьешь. Это он. Что, как, компьютер? Скажи мне, как ты это сделал? Скажи, как ты это сделал? Как? Автобоем. Просто. Автобоем. Комп автобой. Нет, подожди. Подожди. Я сохранюсь на другое. Но... Автобоем — это такое унижение. Я не могу. Я этого не вынесу просто. Я хочу сам. Но наверняка за счет регенерации, за счет моего гениального, скажем так, решения, мягко говоря, да? Автобоем. Ладно. Раз. Автобоем, блин. Я сейчас проигрывать буду. Не, давай сразу регенерацию. Не, подожди, сначала давай сделаем оберег природы. Раз. О, смотрите, как компьютер выиграл. У него там 17 хитов. Это была такая эпичная борьба. Не-не-не-не-не-не-не, подождите. Ну я должен понять, подождите. Ну чё вы начинаете? Это правильный ход. Ну, видимо, реген. Да нет, оберег природы же. Дайте подлечиться, ну. Ну ясно, опять. Не, дали подлечиться. Лечебный отвар. Да, уже динамика положительная. Сейчас надо еще сделать какого-нибудь защитника. Блин, ну он это сделал гораздо быстрее, чем я, понимаете? Вот что обидно. Так, что там у нас еще? Удар змеи есть, хорошо. А, сила гиганта, алло. Вот что надо было делать. 25-25. И урон, и количество здоровья. И сила с земли тоже, змеи. Фортуна. Разбафываемся. Что, стрелы закончились?
А, эльф подошел. Дурачок. Ну все, мы уже разбафаны, он нас не пробивает. Герой еле живой. А, кстати, скептикам передаю привет. Кто не верил в мою победу, откупиться за 40к. А, давай. После того, как лорд Гарк будет разбит. А что тебе не нравится? А, он в другой замок сбежал? А, это я из этого... Собака, подожди. Подожди. Нет. Компьютер. Есть, короче, дело. Погнали. Изи. Все было кончено. Я стоял один посреди луга, истоптанного войсками, и нагнулся, чтобы распрямить полевой цветок. Что? Борющийся за свою жизнь. Какой ты хороший. Я то и дело поправлял меч на поясе. Там лежит просто толпень, сотни тел, короче, все крики, стоны, смерти. И он такой цветочек полевой. Вот цветолюб. Я то и дело поправлял меч на поясе своим весом, причинявшим мне большие неудобства. Как мне не терпелось поскорее избавиться от этого оружия. Ой, все. И тут пара эльфийских воинов притащила на лужайку гарка в сопровождении нескольких дюжин белых тигров. Рррр. Моих лучших союзников во всем этом хаосе. Конечно, видели мы этих тигров. У Гарка не было никакой надежды на спасение. Я хотел, чтобы он знал, что все закончится здесь, в этом месте. 40 тысяч немножко в планы вмешались, да, в результате. Но нет, когда Гарка опустили на колени, мы глядели друг другу в лицо, держась за руки, казалось, целую вечность. Его глаза потемнели и сузились от ненависти и злобы. Не только мы с Шаэрой переменились. Гарк был совершенно не похож на того эльфа, которого я помнил, который вывел наш народ, включая меня, в безопасное место во время расплаты. Я медленно вытащил свой меч. «Значит, ты даже не дашь мне клинок? Так получается?» — усмехнулся Гарк. Мой кулак сжался, обнимая рукоять моего оружия. О, как бы я хотел вонзить его в сердце Гарка. Я представил себе Шаэру и Гарка, делящих ложе. Да, это было, кстати. Я вспомнил о слезах Шаэры, которые она пролила, виня себя в предательстве нашей любви и замужестве с этим негодяем. Для нее было неважно, что она находилась под действием чар. Он отнял у нее часть ее самой. И я вспомнил жизни, унесенные войной, которую он развязал. Конечно, это он всех убивал. Никто не осудит меня за его убийство. Многие, вроде Грамина, даже поблагодарят меня. Итак, почему я не смог этого сделать? Я отбросил меч в сторону и в этот момент увидел на лице Гарка понимающую усмешку. Я кинулся вперед, схватил его за горло и склонился вплотную к его лицу. «Для тебя все кончено», — сказал я, делая ударение на каждом слове. «А, что бы ты со мной ни сделал, ты всегда будешь знать, что я первым...» «А-а-а, что?» Ничего в себе тут... Мать, ты понимаешь? «Ты всегда будешь знать, что я первый обладал ею. Шаэра моя!» — сказал Гарк. Я стиснул его горло, пока его лицо не покраснело. Я мог бы... Нет, даже хотел выдавить из него жизнь. Какой мы текст могли пропустить, да? «Шаэра никогда не была твоей, даже когда вы поженились. Это было ложью. Все твои сладкие воспоминания, это тоже ложь. Ее сердце никогда не принадлежало тебе, Гарк. Ты просто жалкий, безнадежный лжец, и тебе никогда не увидеть Шаэру вновь». Я отпустил его, и он завалился на бок, хватая воздух ртом. Я сам не мог поверить в то, что я делаю. Ух. Это человек, который прокрошил просто две трети карты только что. Я собирался оставить этого негодяя в живых, но когда я глянул вниз на Гарка, то понял, что устал от убийств. И я сказал в последний раз: «Все кончено, Гарк, кончено, понял?» Я приказал страже отвезти его в тюрьму. Внезапно мне отчаянно захотелось оказаться рядом с Шаэрой. Ух, на взводе такой. Что за стрела? Создание атакованный героем на расстоянии будет травлен, потом действует отравленный. А это что такое? Щит добавляет защите армии. Красная палатка ключника. Телепорт. Синяя палатка ключника. Ай, у нас будет выбор. Красная пилюля или синяя. То есть я реально сейчас могу вернуться к Шаэре?
Так, ребята. Ну, то есть, помните, вот эта вот непонятная штука из серии «Я прибуду», короче, если паруса на моем корабле будут синие, то все пропало. Если красный, то все хорошо. Или наоборот. И вот я не помню, как. Не подсказывайте, сейчас будем разруливать. Ёпрсеты. Так, ладно, красную. Мне кажется, красный это не та. Давай откроем. Да, сейчас все сделаем. Шаэра, я плыву к тебе. Прошло 2 месяца с тех пор, как я видел Шаэру или получал от нее весточку. Уходя, я попросил ее не писать мне писем. Одно из наших преимуществ заключалось в том, что Гарк не знал, где она и совет старейших. И я не хотел, чтобы он перехватил послание. Поэтому ночью я сидел в своем шатре, жалея, что у меня нет зеркала истинной любви со светлым образом. А-а-а, Шаэра. Хоть что-то напоминал. Понятненько, в шатре там со зеркалом. Молодец. Элвин приплыл под красными парусами. Шаэра, увидев их, горько зарыдала. Последний раз ее видели, когда она взбиралась на утес над висающим. Нет, ты тут зафейлил. Еще раз. Элвин приплыл под красными парусами. И Шаэра, увидев их на горизонте, горько зарыдала. Вот зачем придумывать вот эти вот темы, которые... Последний раз ее видели, когда она взбиралась на утес, нависавший над стылым озером. Все. Что касается Элвина, то ему никогда не оправиться от этой утраты. Он сложил себе корону эльфийского короля и ушел в самый глухой лес, куда не ступала нога эльфа. Иные говорят, что он до сих пор живет там среди тигров, волков и никогда не улыбается. О, неплохо. Играю здесь про троллила. Так. Погоди, родная. Я сейчас все исправлю. Я подумал, что как бы слишком очевидно. Синяя палаточка рядом, а красная нет. И тут, ребята, готовимся. И я плыву к ней. Я плыву. Она с утеса не прыгает, нормально все. А я плыву к ней. Долго плыву. Не дождавшись, пока корабль пришвартует, я спрыгнул на причал и помчался к берегу. Минотат и остальной совет старейшин ждали меня. Мое сердце оборвалось, когда я заметил, что с ними нет Шаэры. «Элвин, мой мальчик, ты жив?» — окликнул меня Протос. «Где Шаэра?» «А, едва увидев красные паруса, она брос...» «Ах ты, тролль! Внимательно! Это один и тот же сейф! Офигеть, как они продумали!» То есть я не поплыл до скриптовой сцены, то есть она типа меня не увидела. Едва увидев красные паруса, она бросилась из моего дома, вся в слезах. Она сказала, что ты мертв. Я не мог ее остановить, и мы со старейшинами пришли сюда, ожидая самого худшего. «Когда это было?» — нетерпеливо сказала я. «С час или больше. Но почему? В чем дело, мой мальчик?» — спросил Минотат, но у меня уже не было времени объяснять. Пробежав мимо своего бывшего учителя, я вскочил на первую попавшуюся лошадь и поскакал к скалам, но в душе я чувствовал, что опоздал. Как я и боялся, Шаэру увидела красные паруса и решила, что я погиб. Не в силах вынести мою смерть и мысли о том, что снова станет пленницей Гарка, она решила броситься вниз с ближайшего утеса. Слезы покатились у меня по щекам, когда я осознал, что часа более чем достаточно, чтобы добраться до утесов. Шаэра была мертва. Офигеть, если ты не сейвишься, то... А я специально засейвился. Вообще, царь. Ну давай, игра, сейчас не смей меня Шаэра убивать, у меня планы на нее. Офигеть, представляешь, как продумано. Да, даже ты не доплыл, вернулся, поплыл, она увидела его все равно. Я подошел к утесу и остановился. Шаэра нигде не было видно. Она была мертва, я был в этом уверен. Мне следовало... Нет, это скрипт. Мне следовало предусмотреть, что Гарк попробует нанести удар даже из неволи. Если я остался на палубе, то увидел бы, как команда меняет паруса. Она погибла, и в том моя вина. И тогда я принял решение. Я спешился и направился к краю утеса. Пронизывающий ветер дул мне в лицо, обжигая залитые слезами щеки. Я не обращал внимания, недолго мне осталось мерзнуть. Скоро я буду с Шаэрой навсегда. Может, наконец, мы будем счастливы. И тут я услышал негромкий напев, без слов. Ай-на-на-на-на.
Его едва доносило до меня ветром, и если бы не тот внезапный порыв, я мог бы и вовсе не услышать его. Печальная песня доносилась откуда-то из скал. Я обернулся и пошел в том направлении, лелея в себе последнюю надежду. Она стояла и держала у груди зеркало истинной любви. Слезы падали на мое лицо в зеркале. Она пела о своем горе небу, озеру и всему миру. «Шаэра!» — крикнул я. Она обернулась и широко распахнула глаза. «Но паруса!» — воскликнула она. «К черту паруса! Я победил!» Шаэра бросилась в мои объятия и прижалась крепче, чем когда-либо. Мы плакали и смеялись одновременно, и мне казалось, что я никогда ее не выпущу. И это так. Я никогда ее не отпущу. Наконец-то все кончилось. И мы были вместе. Ой, музыка там такая классная. Я не могу. Они называли меня упырем. Нормальное название. Надо компанию это пройти. Это про нас, компашка, ребята. Про каждого третьего в чате. Они называли меня упырем и пожирателем детей. Надо придумать голос для упыря будет. Ой, музыка еще. Это кларнет играет, да? Или гобой, или кларнет. Что это такое? Ой, как. Ладно, все. До завтра, до завтра.